Увлечь зрителя на все время спектакля, влюбить его в героев и атмосферу на сцене. Всему этому можно научиться на форуме режиссеров-постановщиков. Встречу проводят в Амгике уже второй раз. Во-первых, хочется, чтобы студенты из первых рук узнали об основах профессии, о тонкостях профессии, может быть, о том, что уже где-то забыто, где-то в каких-то старых книжках, которые у всех пылятся на полках. Мы все упираемся в инновации, а может быть, мы поговорим о том, что любое новое – это где-то хорошо забытое старое. Информацию из первых уст начинающим режиссерам-постановщикам театральных представлений дают без преувеличения мэтры индустрии. Впрочем, сами студенты тоже принимают активное участие в составлении программы занятий, находят новые формы подачи всей необходимой информации. Это спикеры, которые выступают и говорят на тему. Стало традиционным проведение вот такого творческого ринга. Его готовят сами ребята. То есть они обозначают тему, на которую спорят и предлагают залу подключиться. То есть это очень интересная форма. Это не просто лекцию слушать, а ребята участвуют активно в разговоре. Таким образом идет и обучающий процесс. Мастер-классы, лекции, семинары в рамках научно-образовательного форума – отличная возможность найти и развить в себе новые способности. Кто знает, вдруг среди этих ребят есть те, чьи театральные постановки в будущем прогремят на весь мир. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.